Какие изменения в области здоровья и образования будут иметь в 21 веке наибольшее влияние? Ой, сказать очень трудно. Я думаю, что когда будет окончательно расшифрован геном человека, и когда будут оценены все его компоненты, мы прежде всего найдем те локусы, от которых зависит наше здоровье и возникновение тех или иных заболеваний. Генетический компонент присутствует практически в каждой болезни. И дело в том, что вот внешние факторы, они только выявляют то, что заложено было вместе с генетикой. Понимаете, очень интересно есть исследование в этом плане. Поэтому вот исследование генома – это, на мой взгляд, большая база и разработки новых лекарственных препаратов, и новых методов диагностики, лечения и так далее, и так далее. Вот так, мне кажется, будет.